На пьедестал надо подниматься, наверное. Знак благодарности в проведении международного турнира. Заместитель директора Центра спортивной подготовки награждается. Была проведена большая работа по организации проведения данного турнира. Также награждается главный секретарь турнира Марина Бажинимаевна Айдопова. Пожалуйста, Марина Александровна. Также Марина Бажинимаевна Айдопова за хорошее секретарство награждается. Также награждается маркетолог Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Александра Владимировна Кожевникова. Она также очень большую общественную работу проводит. Александра. Идет. Идет схватка веса 70 килограммов. Будажапов Дмитрий в красном трико, Иркутская область, представляет. В синем трико Ешенимаев Тамир, Забайкальский край. В финале Иркутский, Забайкальский край. Борец красный трико, представляющий команду Минской области, Будажапов Дмитрий. Сын известного нашего борца, мастера спорта международного класса, с одному Будажапову сын, Дмитрий Будажапов. Уроженец села Максахон Кижингинского района. Сейчас учится студент в городе Иркутске и выступает на Иркутскую область. В синем трико Ешенимаев Тамир, Забайкальский край. Оба борца – кандидаты в мастера спорта. Дима! Левый, закрыт!
красному. На видео ситуацию посмотрит и примет главный судья наших соревнований Эрдем Беликтуев. Решит, был балл или не было балла. Оба борца показывают очень активную борьбу. Атакующий стиль борьбы у обоих борцов. Два красному. С уходом, с уходом. Смотри, смотри, с уходом. Маленькая заминка. Камера не работает. Надо включить. Остается вес 74 килограмма, Гармаев Сандан, Топшиноев Константин. Это будет завершающая встреча. Потом общее награждение будет. В таких соревнованиях видеокамера обязательно должна работать, присутствовать, потому что спорные моменты надо разбирать по видеозаписи. Вперед, вперед, давайте. Оба борца имеют также большой опыт выступления на первенствах федеральных округов и первенства России. Многократно выступали на этих соревнованиях. Шайзинимаев
Дима, 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 работай! Очень подготовленный техничный борец. Дима, Дима, встань, встань! Эти два борца не оставили шансов за выход в финал, в финале побороться нашим борцам из Республики Бурятия. Дима! 30 секунд, Дима. Ты проигрываешь, Дима. Дима! Дима! Васим! Заходи, заходи, Казан, Казан, Казан! Дима! Васим! 20 секунд! Делай, делай, делай! 15 секунд, Дима! Синий пассив! Пассив, синий! Давай! 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 Делай! Время! Итак, в этой схватке, в упорной борьбе, победу вырвал также представитель Забайкальского края Тамир Ешенимаев.